Любители спорта сэкономят. Зрители и волонтеры чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации смогут во время соревнований бесплатно ездить на столичном общественном транспорте. Об этом сегодня написал Сергей Собянин в своем твиттере. Кубок стартует уже в этом году. Москва, Петербург, Казань и Сочи будут принимать турнир летом. Начало 17 июня. Чемпионат мира пройдет в 2018 году.